Всем привет, с вами Вадим Кинолог. Смотрите, какой я нашел, ну, понятно, да, тренажер для других целей. Садись и подтягивайся, но я что сделаю его хорошо для руки. То есть у него плавный ход. Тут получается хорошо, как раз для моей проблемы плеча работа. Почему? Потому что совсем плавненький ход. То есть, смотрите, я расслабил руку, и под действием рука сама опускается до нужного как раз угла. Тут чуть-чуть напряг руку, и она под действием самого тренажера поднимается вверх. То есть плавная, видите, как плавный ход, плавная амплитуда, и как раз работа очень хорошо. То есть плечо хорошо задействовано, приятная такая физическая работа. Поэтому, если вот у кого-то есть, ну, не дай бог, будут проблемы с плечевым суставом, и вот такой тренажер где-то найдете, обязательно попробуйте. Почему? Потому что вот как в реабилитации, восстановлении очень даже хорошо. И вот смотрите, в принципе, вот что уже даже высокое. И еще сейчас вообще не болит, комфортно чувствую. Сейчас я вот расслабил руку. И оно потихонечку начало давить. Раз. Вот тут вот уже внизу, в самом низу, надо чуть-чуть придавить. Но болезненных ощущений в плечевом суставе никаких нету. Сейчас я чуть-чуть расслабил, и вот она пошла вверх. То есть и тут, в принципе, путем напряжения плечевого сустава самой руки ты можешь регулировать себе движение. Сейчас аккуратненько слез. Аккуратненько. Ну и в принципе, опять же повторю, если где-то найдете такой тренажер, можете поработать, то есть плечо восстанавливает идеально. Поэтому, в принципе, на такой площадке можно найти много своих разных упражнений для того, чтобы помочь себе восстановиться. В общем, всем спасибо. С вами был ваш Вадим Кинолог.